Задача спикеров – развенчать мифы о бесполезности и неудобстве процедуры снижения рисков. В управлении сельского хозяйства рассказали, что минимизировать финансовые потери способно страхование многолетних насаждений, скота и оборудования. Напомню, что с 1 марта текущего года внесены изменения в законодательство об агростраховании, намного упростившие условия страхования для аграриев. К примеру, можно страховать один риск и так далее. Есть и приятные бонусы. В этом году при условии страхования сельхозтоваропроизводители смогли получить погектарную субсидию. Сегодня в области уже застраховано 188 тысяч гектаров посевов.